дома надо сидеть. Но сейчас будет веселее, бодрее. Надеюсь. Девочка, у нас сегодня музыкально-поэтический вечер. Вам микрофон. Все, кто хочет почитать стихи, пожалуйста, ко мне. Хорошо, вот так сделайте, и я тут. А вы вызываете следующего исполнителя. Призыв на машите, Геннадий. Да. Я помню. Дорогие друзья, откройте двери. К нам идет еврейский праздник, Новый год. Не с елкой наш малыш, мы приготовили рыбу фиш. Как нам без рыбьей головы, и без вина нельзя, увы. Гранаты, яблоки в меду, чтоб сладкая жизнь была в году. Шанадаба, шанадаба, горят огни, всех нас от бед Господь хранит. Шанатава Веха Саме. Хорошего, сладкого всем Богу. Спасибо огромное. Да, и давайте договоримся. Если кто-то хочет на воздух, то пожалуйста. Хорошо? Да, а воздух замечательный, вот люди говорят, которые оттуда приходят. Александр Рувинский, ваши аплодисменты. Я думаю, что меня здесь будет тоже видно, да? Не обязательно. Конечно, тут всех поздравляют с Рош ха-Шана. Рош ха-Шана, яблоки и мед, Рош ха-Шана, сладкий Новый год. Я вам желаю всего хорошего, конечно. Ну и пожелания. Пусть у вас, как водится, в этом мироздании полностью исполнятся все мечты и желания. От души я вам желаю жить достаток умножая, чтобы был инком бездомный, план хороший, пенсионный. Чтоб имели минимум, дачу с кондоминиумом. Пару тысяч нам и вам для поездки на Багам. И еще остались суммы и на мордич, и на зубы. А еще иметь особо деньги детям на учебу. И для внуков фонд собрать бы на бармыцвы и на свадьбы. И хранить, как летом тень, миллион на черный день. Чтобы жизнь была как рай, нужен денег урожай. Собери со всех полей, если умный ты еврей. И где бы ни был ваш перрон, нах и с вам со всех сторон. Сергис, Лорел и Ренаксан.
улыцается. Ой, я цивилиза, я цивилиза. Пожалуйста, пожалуйста, господа.